Здравствуйте. Еще один простой метод убрать у человека одержимость, которая проявляется в том, что не можете успокоиться, беситесь на кого-то, нервничаете очень сильно. Или близкие прям с ума сходят. Возьмите белый лист бумаги и на нем напишите пальцем горчицу, обмакнув горчицу. Можно так, чтобы и не видно было особо. Итак, верхние цифры это 11-12 или 12-13, все равно. И нижние цифры 3-3. 11-12 или 12-13 и внизу 3-3. Или те, или те. Так, чтобы они были друг над другом. Сверните трубочкой, зажгите и подуйте на человека, который...